У GetX появилась новая краш-игра. 1000 рублей каждый час. 100 рублей за репост. 50% к депозиту. Забирай на GetX. Короче, и там было... Меня так поднаебали в итоге, и там была проблема с документами какая-то, и мне должны были вернуть ПТС, и мне ее не возвращали. В итоге я выставил на продажу машину. Приехали челы, я им показывал машину, и пока я ехал, они у меня спиздили ключи. Реально? Да. А ПТС у них была. Они мне должны были отдать ПТС, они меня просто наебать пытались, типа, полностью. Они у меня забрали тачку, ну, обменялся я с ними, грубо говоря, легально забрали машину. А потом пытались наебать меня вот таким образом. Ну, ничего, я тачку по запчастям продал, и все. Еще больше денег вышло. Я не растерялся. В гараже с пацанами собрались, разобрали ее нахуй. Просто по запчастям. И все. Да. А потом вот собрал. По запчастям.